Смотрите, травка зеленеет уже кое-где. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Зовут меня Елена, проживаем в городе Ярославле. Идем с вами в магазин Dixie. Ни в какой магазин другой сейчас не пойду, потому что на улице после резкого потепления такой сильный ветер, порывы, наверное, дождь будет. Завтра надо потеплее одеться на работу. Тохе завтра дистанционное обучение. Что-то я не поняла, в связи с чем. Завтра ему в школу не надо, будет дома. День прибывает, как видите, вечер на улице. Я уже давненько с работы пришла. Вечер, а еще светло. Идем в Dixie в наш. Ничего себе, бананы 154 рубля. Я вчера брала по 129, покупала, заходила. Грейни 110, яблочки. Киви новый урожай тоже. Очень что-то дорого, 180-142. Вот такие. Перец красный 40 рублей за 100 грамм цена. Огурчик 60 рублей. Мандарины 140. Холодильники шумят. Извиняюсь за шум. Так, мне нужны помидоры, огурцы и картошка. Картошка по 19 рублей за килограмм, а молодая 60 рублей. Вот эту я покупала, очень вкусная. Помидоры вот такие взяла, 190 рублей. На веточке вес 250. Салатик в горшочке 80 рублей. Свекла хорошая 38 рублей 79 копеек. Капуста 35 рублей 89 копеек. Зачем уже эти копейки округляли бы до рубля? 70 рублей такая морковь, 35 немытая. Капуста белокочанная 60 рублей, новый урожай. Кабачки весовые 200 рублей, лучок 37,89. Салат айсберг 110 рублей. Чеснок весовой 33 рубля. А там за сеточку. Сладенькое любите, конфетки вам покажу. Вот такая азовская коровка на сливках. 300 рублей за килограмм. Вот эти 700. Вот эти вкусные должны быть. 700 рублей за килограмм. 57 рублей за 100 грамм. Вот такие по акции. 350 такие. Красная шапочка 77 рублей за 100 грамм. Так, вот эти лилия 40 рублей. 400 рублей. Вот эти также 400 в ассортименте. Что здесь? Птичье молочко 500. И вот эти Ротфронт батончики. Смотрела девушку. Ну, она блогер, когда-то работала на фабрике, где делают эти конфеты. Ротфронт, она рассказывала, из чего делают эти батончики. Но все равно она их покупает. Вот. Я, кстати, их тоже люблю, вот эти. Не знаю, взять, не взять сладости. Так, бумага туалетная 160 рублей, 200 рублей вот такая. И 200 рублей вот такая. Что не ожидала, так не ожидала увидеть хлеб с таким названием. Украинский новый, вес 600 грамм, друзья. 32 рубля хлебушек стоит. Вот он ценник. Вот он. И хлебушек. Украинский новый, формовой. А он от первого уже не свежий. В корзине мои помидоры, картошка, хлебушек, свеклу одну взяла и огурчики. Здесь еще сильнее слышно, как шумят холодильники. Сгущенка 250 рублей, вот такая большая, вес 650 грамм, 150 рублей, вот такая. Так. Вот эта большая, большая вот такая 200 рублей, так, а маленькая. А маленькая не знаю, сколько стоит. Еще, видимо, или ценник не выставили, не знаю. 120 рублей в железной банке. Егорка. Отварная вот эта тоже вкусная. Сколько она? 150 рублей. Вот эту мы не пробовали. 140. Медовик вот такой маленький. 120 рублей. На вид так аппетитный. Пробовали, напишите в комментарии. Вот это пирожное 50 рублей, песочное. 150 рублей упаковка. Вот это союзное 210 стоит по акции, 280 грамм. На
вид, друзья, аппетитный. Что-то мне так выпечки захотелось. Форель стейки 600 рублей, вес полкило. А горбуша сколько стоит, не вижу. Ценники, конечно, как попало. Креветка, что-то все в снегу, все такое невзрачное. Я бы такое не купила. Много раз, наверное, размороженное, перемороженное. 400 рублей, вес 750 грамм. С мясом вот эти блинчики 100 рублей. Думаю, пожарить, что ли. Они их обжарить на сливочном масле или просто на работу можно взять. Или на утро. С ветчиной и сыром также 100 рублей. А товар дня вот эти 80 рублей. Вафли 65 рублей. Купить, не знаю. Здесь вот капучино. 33% скидка. А здесь топленое молоко. Курабье печенье 78 рублей, если округлить. Так, кошачий корм 22 рубля. Варьки надо взять, у нее и нет. Мало там совсем. Слобода здесь дешевле всех, 105 рублей, друзья, 104,90. Икра 149. Роллтоны 38 рублей. Кола 110. Фарш домашний 150 рублей. Шарики куриные 160, говорила уже. Ну, не знаю, кто не пробовал на любителя, суховатые они такие. Я вот их больше не повторю, один раз попробовала и все. Так, фарш говяжий 200 рублей, фарш куриный 140, куриный вот этот не пробовала, что-то и пробовать не хочу такой. Купаты, где купаты, ценники, я говорю, ценники есть, либо девчонки менять не успевают. Не знаю, что поджарка 160 рублей, шницели что 110, вот шницели, кстати, неплохие, думаю, что я сейчас возьму. Антон пожарит себе, может, завтра. Так, ну что, корзинка пополняется потихоньку. Паштет мой любимый снова по акции. Вот этот из печени, Егорьевская фабрика. Нравится мне, 110 рублей. Его, смотрите, его раскупают. Если вот этот вот наличие, этого всего две упаковки осталось. Сейчас я сроки проверю, может, и возьму. До 13 апреля. Ничего себе, мой вот этот сыр, самый любимый, посмотрите, 250 рублей, 300 грамм вес, 140 вот такой, моцарелла я люблю, 140 рублей, сроки нужно посмотреть до 24 мая, сулугуни 150. Но вот этой фирмы я не пробовала, друзья, поэтому даже не знаю, брать, не брать. Вот такой сулугуни 130 по акции. Подозрительно дешево, да, скидки такие большие. Здесь вес 400 грамм, 250 рублей вот этого сыра. Но я не особо сырная душа, но моцареллу я люблю. Так, вот этот он ведь вообще дорогой сыр. Также по акции последний кусочек остался 230 рублей с грецким орехом. Ламбер 230 грамм. Так, это не вот этот, наверное. 260 рублей. Сырный продукт 120. А это что такое за сыр? А, для греческого салата. Вот этот я точно ни разу не пробовала. Но если только в салате где-то, в кафе или в ресторане. Сыр творожный 160 рублей, сливочный вкус. Масло сливочное 192 рубля, вот такое из Вологды. Так, дальше 278. Вкуснотеево, что ли? Нет, не Вкуснотеево. А где Вкуснотеево цена? Это вот это вот 278, белорусская. Вкуснотеево у меня еще лежит в морозилке. Так, ну что, друзья, еще рис я возьму. Сейчас пойдем с вами, еще идем на кассу. Вот этот йогурт, мне кажется, подорожал немножко. 59 рублей стал. Яйцо куриное деревенское 128, 109 вот такое. Ой, вот это что-то новенькое, 110, окское, вкусное, свежее.
Волжанин 125, деревенская первой категории 130, отборная 147, 128, 138, там решетка побольше, 20 штук, 260 и 160, 10 штук. Так, салатик, вот это масло подорожало, было ведь по акции уже 180 рублей. Слобода 105 рублей. Вот такое 105. 110 идеал. Не пробовали такое. Я думаю, что по такой цене уже не будет масла. Нужно купить. Так, рис какой тухи взять. Вот этот ведь мы пробовали, только я не поняла, что там, лапша или что. Я его не ела, уже отъелась риса, не хочу. Он все еще наваривает себе кастрюльку. Гречка 110 рублей, вот такая. Самая дешевая 36. Рис длиннозерновой 79,99. Это вот этот. Ты что хулиганишь? Возьму ему, наверное, вот такой пропаренный за 130 рублей. Рис на вид такой аппетитный. Как вы думаете? Краснодарский еще есть по акции 120. Но краснодарский что-то не хочу я покупать. Так, 105 рублей вот такой рис. Дары Кубани, масло 100 рублей, мука 100 рублей. Сокольническая. Не знаю, не пробовала такое. Упаковка красочная. Гречка 110, рис 130, показывала уже. Хлеб 50 рублей. Степ шоколадочка 40. Вот такой шоколад люкс 70 рублей. Макароны 100 рублей. Водичка Шишкин лес 44 рубля. 1 литр. Мне нравится эта вода. Хорошая. Ну а так что, 5-литровка 49 рублей. Мы воду не покупаем, мы фильтруем, спрашивали там в комментариях. 119 рублей. Большая Шишкин лес 5 литров. Ессентуки 68, 1,5 литра минеральная вода. Вот такая. Также Ессентуки 108. Боржоми 130. Стеклянная бутылка 72 рубля. Так, вот это 76. Сухарики любите 55 рублей, 60 грамм, 20 рублей вот такие маленькие, 35 рублей вот такие. Скоро дачный сезон, галоши кому надо, нам не надо. У нас теперь дачи нет. 300 рублей, 250 рублей. Кстати, предложили мне там. Предложили прислать товар для дачи. У нас ведь дачи нет, и мужчины с дачей тоже нет. Предложили нам товар, чтобы я сняла обзор. Нам высылают товар, я снимаю обзор, а товар для дачи и не один остается нам. Но я еще не ответила на это предложение. Также там предложили прорекламировать детскую мебель, стульчики. Но у нас детей нет, не знаю я даже, соглашаться, не соглашаться, но все это бесплатно. То есть нам высылают товар, я снимаю обзор, а товар у нас остается. Такие вот дела, друзья. Чек мой составил 1407 рублей. Варька что-то обиделась. Жидкий корм еще не, жидкий корм не хочет кушать, какой я там ей дала. А, вискас из щижика не хочет ни в какую. Сейчас буду шницель Антону жарить. Это он себе картошку жарил. Дальше рыбка разморозилась, пюре картофельное. Буду ужин готовить. Сейчас йогурта вот этого попью, очень вкусный, кстати. Пожарила шницели, аппетитные такие. Вкусные, нам они нравятся. Все на месте. Стульчик любуется. Варя пришла. Ну что, пожарила блины, тухо такие есть не будет с мясом. Я сейчас попробую, развела себе водичку. Водичку развела, варенье домашнее, ну перекрученное, перекрученный крыжовник с сахаром. А здесь рыбка пожарена. Вкусная, я уже попробовала. Сейчас пюре картофельное приготовлю. Думаю, что на завтра нам хватит.
Взгляд такой голодный. Но сухой корм могу подсыпать. А жидкий пусть тот ест, что есть. Банда моя рядом с мамой. А Тоха наш на тренировке. Доброе утро всем. Думаю, интересно, что же Лена на работу берет с собой покушать. Короче, сделала сегодня бутерброды вот такие с паштетом. Паштет в гифке купила, который я всегда беру. Кеша, тихо. Масло сливочное, вологодское, паштет, хлебушек, черри, помидорки. С кофе попью, а помидоры просто... И воду всегда беру. Пожарила грудку, а на косточке борщ варю. По вашим рекомендациям купила в Магните вот этот борщ. Несколько баночек, кстати, друзья, взяла. Не знаю, надеюсь, что понравится. Сейчас покажу, какой он с виду. Я уже банку вскрыла. Ну, сверху он вот такой. Короче, пахнет вкусно, аромат приятный. Забросила капусту уже. Пусть покипит минут 20, потом буду. Так, ну что, в KFC? Вот такой вот набор 600 рублей стоит. Будет вот это. Вот такой вот ролл. Я себе вот это заказала. Десертик. Картошка фри и напиток. Хурму купила ей, да, еще и думает, есть, не есть, лезет вот там вот говядина у меня. Салат буду делать, оливье. Отварить нужно. Ешь хурму вяленая. Вот в такой вот упаковке на рынке купила. Вот это все здесь полкило 250 рублей. В пакете вкуснее, да, Киш? Пробуй давай. Ну что, думаю, вам будет интересно посмотреть, да, какой же вот этот борщ из банки. Хороший, неплохой, тоже вкусный. Он сейчас в Магните по акции, поэтому кому нужно, идите покупайте.